Итак, друзья, привет! Я Дима и канал «Владелец аквариума». Хочу вам немножко рассказать про креветок Амана. Как вы знаете, уже личинка появилась, да, у некоторых креветок. Но основного выхода родов креветок или нерест, я не знаю, как это правильно назвать, еще его нету. То есть у меня там получилось отловить 11 штучек креветок, личинок. Я их отсадил в небольшой аквариум, вот, они сейчас сидят. Прошло уже около 20 дней, и у больших креветок икра еще на месте. И вот сегодня я обнаружил еще одну личинку, и я ее уже отсадил, соответственно, в другой аквариум. Ну вот, сейчас я вам попытаюсь показать его, может быть, ну, получится показать размеры вот личинок, которая вот сегодняшняя, да, и которым уже, сейчас скажу, которая с 11 числа. Так. Итак, это все тот же аквариум нерестовик, скажем так, для креветок. Вот. Как видите, в уголке пока еще нет никаких личинок. Сегодня одну только достал отсюда. Вот аквариум с личинками, которые тут с 11 числа. А сегодня у нас уже, напомнюсь, 20-е. Вот видите. Сейчас попытаюсь пошевелить светом. Так, свет сюда сейчас. Не знаю, будет ли вам видно или нет. Хотелось бы, конечно, чтобы вы увидели их, этих креветок. Вон они плавают. Вот так вот все это выглядит. Все это зарастает от тетраселмиса и от корма. Я, кстати, подкармливаю их. Так, ну а вот... в 7-литровом, в новом. Вон личиночка. Сидит сегодняшняя, вон она шевелится. Не знаю, можно приблизить или нет, сейчас попытаюсь. Вот так вот. Вот она. О, отлично. Вот она ползает. Это первопроходец тут 7-литровым. Она пока единственная. Может быть, уже время, в принципе, пришло. И, может быть, сегодня, вот я жду с дня на день, что тут начнется массовый выход этих личинок у креветки. Давайте еще раз вам покажу. Личинок, скажем так, ветеранов, которые уже тут обжились. Вон они там бесятся, что-то дергаются. Вот, по-моему, их тут 8 штук. Вот, было изначально 11 или 13, но часть погибла. Вот. Как-то вот так вот, ребята. В этом аквариуме, вот в пятерочке, буду, наверное, завтра подмену воды делать. Поменяю литра 2, приготовлю соленую морскую свежую. Вот. Здесь замену еще рано делать. Ждем партию личинки и там посмотрим. Кстати, тут у меня установлен аэрлифт. Так, надо свет как-то включить. А вот, сейчас включу. Вот аэрлифтный фильтрик. Вот так вот он булькает потихонечку и... Надеюсь, нормально все будет. Сейчас покажу тут вот. Тут у меня 6 их. 6 аманок с икрой и 8 простых неогордин. Самые вон крупные тут вот. Одна из крупных самок. Вот от них жду самое большое количество икры. В общем, ну вот так, ребята. Это что касается конкретно
оманок. Вот. Кому понравилось, ставьте ваши лайки, оставляйте ваши комментарии. Мне очень интересно и важно видеть ваш отклик на мои видео. Всего доброго, хорошего настроения и удачи в аквариумистике. Пока-пока.